Еда-тест. Что ваша жизнь? Еда. Друзья, это программа «Еда-тест», и я Дмитрий Кузеняткин. Мы с вами говорим о лайфхаках. Полезные советы, которые обещают сделать нашу жизнь проще. Но так ли это? Действительно ли они нам нужны в нашей жизни? Ни в коем случае не проверяйте это сами. Не тратьте ни время, ни деньги, потому что это сейчас делаю я. Прямо здесь и сейчас. Говорят, что банан можно почистить одним движением. Проверим. Для начала мы попробуем почистить банан обычным способом и посмотрим, сколько у нас на это уйдет времени. А потом применим лайфхак. Рассудит нас секундомер. Уважаемый оператор, войдите в кадр. Весь тест будет снят непрерывно. Вы увидите его без склеек и монтажа. Для начала обычным способом и посмотрим, сколько на это у меня уйдет времени. На старт, внимание, марш. Ну, насколько мне помнится, банан надо чистить вот с попки. Так, первый. Это, внимание, второй. Стоп. 17 секунд мне потребовалось для того, чтобы почистить банан обычным способом. А теперь переходим к лайфхаку. В лайфхаке говорится, что мне нужно зажать банан вот так вот двумя пальцами, надавить, а потом резко развести этот банан в сторону. И тогда он почистится. Честно говоря, никогда этого не пробовал, поэтому все, что вы видите, будет происходить впервые. На старт, внимание, марш. Надавливаю и... Не знаю. Ну, я не знаю, что это. Ну, давить надо, не надо. Непонятно. Еще раз. Надавливаю и... Ну, как бы... Стоп. Тоже 17 секунд. 17 секунд мне потребовалось для того, чтобы использовать этот лайфхак. Хотите, открывайте обычным способом. Хотите, надавливайте и резко разводите в стороны. Ваше право.